Здравствуйте, я Михаил Вагин, редактор проекта «Место происшествия». И в данный момент я и мои коллеги готовим свежий выпуск нашей программы. Смотрите сегодня в выпуске. Мотоциклист не ожидал маневра. Очередной байкер получил травмы в ДТП на улице Щерса. Отпилил ноги. На ножовку не стал отпилить, взял нож и вторую ногу вокруг на ноги все надрезал. Поднял ее. Вот так. Хлопнул, сломал, там дорезал, что не отпало. И все. В Советске арестован местный житель, который убил и расчленил знакомого. Разговорчивые водители и пассажир. Народ недоволен. Мы помогаем всем и живем в жопе. Дискуссия на важные политические темы развернулась на улице Комсомольской между полицейскими и пассажиром ВАЗовской пятерки. Подробности этих и других происшествий смотрите сегодня вечером на Первом городском канале. Не пропустите!